Вась, ты куда поехал-то? Я буду теперь по дорогам ездить. Подожди, это точно нужно сделать скриншот нафиг. Это писец конкретный. Да. Хорошо, однако висишь. Тебе там как, хорошо? Хлебушка принести, попить принести? Да-да. Что за издевательство? Нет, нет. Василий, ты надолго тут не скажешь? Ты когда эту гору-то разобьешь-то? Не знаю. Так, ну хорош прикалываться, а? Ой, а ты зачем отсоединил, зараза? Я ничего не отсоединял. Да не ты. Я сейчас вытащу. Ты себя сначала вытащи, а потом его вытаскивай. Теперь надо найти дорогу наверх. А что она не слаживается? Стою высоко, вижу далеко, Васютки не видать. Эх, твою мать! А где вы? Мы... Вася нашел обрыв, все нормально. Трактор у него сейчас висел просто на обрыве. С обрыва, точнее говоря. А где он нашел, что у вас? На карте вообще не вижу. Бля, у вас вообще на карте не вижу. Или хоть с фермы не выкинул? Нет. Тебя нет. Василий, ты там назад-то аккуратно, а то еще раз это полетишь. Вдруг это яйками зацепишься за веточку, на яйках повиснешь. Все, Василий в кусты поехал ныкаться. А ты зачем туда это все сталкиваешь? Ты решил это вниз все спустить? Ребята, такого мы еще не видели. Это у нас экспресс-доставка туда, вниз. Экспресс-доставка на стоянку. Спихни все вниз, чтобы оно с горы все слетело. Так, Василий уходит на разгон. Примеряется. Нет, мимо. Ой, тихо, не надо мне это давить. Василий, там сзади обрыв, аккуратно. Примеряется. Научи попадать его. Подожди, попадать. Тут скоро такой попадос будет. Кто кого перевесит? Кто кого за собой утащит? Ой, а? Там шланги очень крепкие, Василий. Может, нет, я же точно тут приехал. Ну ты-то куда приехал? Отъедь, камеры мне мешаешь, закрываешь. Джексон, уйди отсюда со своим желторотиком. Так, Василий, давай. Можно было с другой стороны вообще-то, а? С другой стороны с воздуха имеешь в виду, да? По воздуху пройти? Нет, а что, с той стороны нельзя никак?
Друзья, помните, у нас уже традиция нарисовалась. Если они работают вместе, то они очень часто пытаются друг другу что-нибудь сделать хорошее, чтобы стало плохо. Или наоборот, плохое, чтобы стало хорошо. Но это опять же вся зависимость. Зависимость друг от друга. Вы у меня теперь по жизни будете вместе работать. Да не будем. Будете, будете. То они поднимают друг друга, то они тут что-то друг с другом делают. Я самым умным. Это в трех соснах заблудился, смотрите. Ребята, смотрите, в трех соснах заблудился. Нет, я просто зацепился перед ком. Ну хорошо, хоть не задом, а то на стриме не так поняли бы. Блин, ну чуть-чуть не успел малыша притаить. А ты его хочешь его спихнуть, Вась? Кого? Уйди отсюда, не мешай! Я ж говорю, ребят, что они нашли друг друга. Молодцы, ага. О, поднимать не буду. О, у Василия танцы пошли. Танцы на льду, ребят. Месяц, правда, июнь, но там вода, ничего страшного. Сергей, привет. Так, у Василия второй заход пошел. Вася, там скоро уже дорогу на подъем уже наизусть выучишь, слушай. Еще пару раз туда нырнуть, и все нормально будет. А этот желтый куда? А чего вы разъехались, то лево, то к право? За кем наблюдать-то? Я поем. Сейчас. О, Василий летит. Вась, аккуратно. Вась, аккуратно, здесь это, говорят, овраг. Блин, здесь... плохо, что у меня стрима нет. Сейчас бы ты поржал бы с меня. Так. Вася, не психуй, расслабься, все хорошо. Это же игра. Так он и так расслаблен. Уже два раза расслабился он там внизу. Ой, ё-мо, как высоко-то. Да плохо, что нельзя столкнуть. Василия-то? Да без проблем, подъезжай. На тебя. Меня не надо. Так, Василий вроде пытается вытаскивать. Вась, не надо на него лезть, это же бочка просто. Ее толкать нужно, но не на нее сверху лезть. Она ни за что там не зацепилась случайно? Нет. А, здесь бугорок, вот в чем дело. Итак, друзья, всем привет. Да, ты ее сейчас сверху вниз скинешь. Куда ты? Друзья, всем привет, всех с Новым годом. Сегодня, ну, наконец-то наступил 2027 год. Вот, мы пока ничего не посеяли, не собрали. Мы пытаемся вытащить нашу сеялку. Помоешь, что ли, пока хоть? Во, помою. Она обратно уходит. О, помой, помой, помой. Я подъехал. Она опять падает вниз. Она под своим весом уходит. Да пусть же упадет. Столкни, это снизу ее подними, привези. Кто-то еще приталкивает ее. О, сейчас... Давай, о! Вась, давай, правильно, не поваляешь, не поешь. Ой, подожди, это же Настя поговорка. А ну сейчас вперед, про.
Ой, мама, мы падаем, мы падаем. Вася, держи меня. А ну давай, о. Я ж на ней сверху. Ну давай, давай, о. Что, блин. То они сначала ее хотят скинуть, теперь опять вытаскивают, опять скинуть, опять вытаскивают. Что за люди, а? А может все-таки туда, обратно, вниз? Там-то интереснее было. Кто тут трактор поставил? Убирай. Сейчас, подожди, я чуть занят. Подожди, сейчас я подвину. Сейчас, сейчас уберу. Вася, она вылезает, ты прикинь? Офигеть. А как ее цеплять-то? Тебе же по воздуху придется идти. Ты умеешь по воздуху? Я, конечно, понимаю, что у тебя эти гусеницы, но не крылья же. Вася, ты сможешь туда задом? Попробуй. Нам очень интересно, упадешь ты или подцепишь? Упадешь или подцепишь? Господа, делаем ставки. У Яза упадет. Ну и дамы тоже. Так. Не, Вася, а, ты решил ее сдвинуть туда еще, да? Она лазает, там долбанушек. Вася, он сейчас долбанет, что она упадет. Не надо ее долбать, я сам справлю. Смотри, он ее по чуть-чуть навытаскивает. Молодец какой, а. Я ж упорная собака. То, что ты собака, это... Ой, то, что ты упорный, это мы знаем. Стой. Ой, иди подцепляй, Вась. Объезжай и обцепляй. Вась, езжай и подцепляй, все нормально. Сейчас ее еще подвину. Объезжай и подцепляй. Так куда ты? С другой стороны объезжай, Вась. Чего с другой стороны? Он жопа к жопе, все нормально. Жопа к жопе? Да. Объезжай, Вась, все. Иди быстренько задвинь обратно. Не, ну хватит, пошутили и хватит. Да ты что, когда я технику нахожу свернутую хрен знает как и в огороде, значит это хватит, да? Так нечестно, а чё я тебе не могу скинуть? Хватит техника баловаться, она же ломается, ремонт дорогой. Денег осталось 1 200 000 всего. Ой, мама, я падаю, подожди. Ну теперь сейчас, сейчас будет еще интереснее. Василию придется сейчас по краю это дело ехать. И в какую же сторону он поедет, господа, делайте ставки. И дамы тоже. Ага, подцепил. Там не зацепится за дерево. Не знаю. Теперь ты надо будет как-то еще повытаскивать все это дело куда-то. Правильно, Вась, разворачивайся так, как падал. Как раз на скорости пролетишь. Ура! Мы это победили. Вася, ты точно домой поехал? Сохранка. Жень, тоже на домашнее вези. А, нет, 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 нет. Вась, машина синенькая, аккуратно. Василий, с запасом бери в разворот. Вот, поворот, вот, молодец. Так. Аккуратно, встречка, встречка, встречка. Не-не-не, показалось, показалось. Не-не-не, едет, едет. Нет, Вась, показалось, езжай. Подойди ты. А ты что хочешь? Я хочу и Василия до инфаркта довести. Вот такой рубец. Микарда.